Йоу-йоу-йоу, ребятушки, это без фигни уже, наверное, третья или четвертая попытка нормально запустить Diablo 4. У меня первый раз он отказывался запускаться. Второй раз все пошло не так. Там надо было к батлнету подключиться. Третий раз завис ролик. И вот четвертый раз. Смотрим с вами, что же тут происходит. Святой Карат, да хранит меня свет твой. Ты ведет мудрость твоя. В окромешной тьме вступаю, душу мою ко свету направь. Святой Карат, да хранит меня свет твой. Да ведет мудрость твоя. Тихо! Не ори! В окромешной тьме... Закрой пасть! Чё так грубо? Учуяли? Да. Бежим! Тикая. Blizzard развлекушечки представляет. Все на месте. Это мы все видели, кстати. Беги, давай, беги. Беги, давай, беги. О, можно. Ладно, посмотрим. Ты уже сейчас помрет. На кой он тебе вообще сдался? Увидишь. Нужен. Святой, да храни тебя свет твой. Да ведет. Эй, мудрость. На меня смотри. Все наше золото за той дверью. Думаешь? Нет, я пришел сюда ради знаний. Ты-то да. Мы ради золота, а вот эти чуваки явно пришли ради нас. Давай, сними печать. Открой дверь! Открой дверь, а то никаких знаний, дружище. О, пречистый свет. Это типа клирик, я полагаю, да? Втроем они придут. Втроем. Ох, если твой бы не мозг. Открой. Кровь укажет. Кровь укажет. Это какая-то бессмыслица. Смотри. Кровь. Кровь. Кровь — это ключ. Всегда. Кровь — это ключ! Что? Нужны еще двое! Скорее! Идите! Я задержу их! Но! Так, тут написано. Кровь покорных должна... Быть. А, чтоб тебя! Да-да. Давай-давай, не жалей. Блин, ну красиво-красиво, ничего не скажешь. Очень красиво. Почему не ты кровь постоянно? А то ж. Но он же там! Он уже не жилец. Да хорош. Подождите его чуть-чуть, он уже бежит в план. Вот ведь вы, блин. Могли бы чуть-чуть-то подсобить. На, не уберегли. Отстой. Ну и нечего ныть. На троих делить-то оно всяко лучше. По-любому. Золото точно где-то здесь. Считай. Давай, давай. Да хорош ты чё, блин. Ты без него сюда вообще не попал. О-о-о. Тебя ж бросили прям. Втроём они придут. Втроем твой путь. Их вообще кровит, ничего не смущает, и да? Кровь покорных. Кровь покорных. Славься. Славься, творец? Бог, видимо. Славься, дочь. О, нет. Нет. Есть что про золото? Что там дальше? Это молитва. Это ритуал. Такое нельзя говорить. Хорош, брат! Да никто тебе не врет. Что это за место? Блин, ты похож я на не знаю. Женщину. Может быть, это храм. Или склеп. Это или... врата. Это врата. Ты ведь женщина, стопудово. Опа. Просто перекачанная женщина. Оп-оп-оп. О, какая жесть. А кровь.
это ключ. А кровь — это кровь. Чё, как дела? Эй, ну ты красавчик. Какая там минута? Привет. Погнали. Ну смотри, что натворили. Блин, только вот давай без этого. Вот этого, как его? Темненького, не надо. Святой Крат, ты хранит меня свет. Ты не забыл просто. Это кровь, да? Из глубин бездны грядет твое избавление. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных. О-о-о. Приведет тебя домой. Так это... Это жрец был какой-то, не настоящий, охуенно, все понятно. Встань. Святой Крат, да хранит меня святой, да ведет молчество, покрови. Открой глаза. Окей, давай. Да хранит меня свет, да хранит меня свет, да хранит меня свет, да хранит меня свет. Здесь нет света. Ты шел во тьму ради знаний. Все так и было, погоди. Красиво. Да. И все эти знания здесь. Покорись. Прочти слова. Позови ее. Кого? Я не помню, честно говоря. Я очень давно смотрел этот ролик. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных приведет тебя домой. Но покорный-то здесь, походу, только один. Славься, дочь ненависти. Да? Она? Творец Санктуария. Творец Санктуария — это дьявол. Наверное. Славься! Лилит. Да, Лилит. Все. Ну что ж, за это время мы выяснили, кто наш первый босс, судя по всему. Первый, в смысле, главный. Бля, как хорошо. Вечная Матерь. Блин, как ты орешь. Спаси нас. Анджелина Джоли. Красиво просто. Не устану повторять. Диабло 4, друзья мои. И вот я и ты вдвоем сидим и смотрим этот ролик. А сейчас мы вдвоем будем, скорее всего, создавать персонажа. Дадут нам, нет, посоздавать персонажа. Кого ждать? Никого ждать не хочу. Приветствую вас в игровом мире Diablo 4. Без подписки вы сможете играть, но вам не будут доступны определенности Weebun, система кланов, PvP, чат. Это все не важно. Варвар. Некромант. Волшебница. Разбойница. Друид. Просмотр. Облик волка, облик медведя, буря, земля. Разбойница. Стрелок. Атакуйте с расстояния насыщения.
Ловушки. Волшебница Мороз, пиромантия Шок. Некромант, армия нежити, кости. Тьма. Ага, кровь. Варвар. Волшебницу возьмем. Давайте волшебницу возьмем. В конце концов, почему бы и нет. Или варвара просто пройти хорошо с кайфом, с топором, с большим мечом. Или волшебницу. Давай волшебницу, фиг с ним. Чё мы всегда за силовиков играем? Телосложение. За бабу будем играть стопудово. Шаблон. Ну-ка. Вот, прекрасно. Завершить. Героический режим. Персонажи умирают навсегда. Не, спасибо. Имя. Имя мое очень простое. Vlad is love. Начать игру. Да все хорош. Начать игру. Полное обучение, краткое обучение. Полное обучение, краткое обучение. Более подробные подсказки рекомендуются для новичков. Я не типа не новичок, но выберу полное обучение. Уровень мира 1, уровень мира 2. Это типа сложность. Искатель приключений. Более грозные противники на 20% больше опыта за победу над монстрами. Да, конечно, ветеран. Давайте сразу вот в этом плане давайте по харду. В очереди на вход в игру. Просто потрясающе. Ну все, мы вошли в игру за волшебницу. Вообще плохо, что помню со времен второй Диабло, а третья, прикинь, меня вообще стороной обошла. Санктуарий создавался не для людей. По-любому. Он был пристанищем для тех, кто устал от войны небес и преисподней. Однако теперь битвы вечного противостояния гремят и здесь. Где? Таинственные Харадримы защищали смертных от угроз. Сейчас этот некогда могущественный орден утратил былое величие. И древние создатели Санктуария вернулись, чтобы подчинить себе души людей. Это история об их падении. О чьем падении? О моем падении или о падении вот тех создателей Санктуария? Это очень важный вопрос. Что-то пока не очень понятно. Я что, буду от третьего лица играть? Вид какой, сверху или как в этом... Как в Скайриме. Что происходит? Идем, идем. Мы что, реально идем в санктуарий? Соло? В одну каску? Сейчас лошадь потеряешь, смотри. Ну, это не страшно. Ну, мне не страшно. А вот лошадка... Да, я же говорил, смотри. Усилие. Усилие. Это что за звук усилия? Вот раздраженный вздох мы все слышали. Усилие. Аккуратно. Ёлочки, знаешь, как горят легко. Ты чё, блин? Конь, вставай. Блин, надо было некроманта брать, сейчас бы лошадь оживили. Некроманта не беру, потому что раньше некромант всегда был имбой. А? А? Кто? Кто здесь? Факелок-то кончился. Что делать будем? Ты ж пиромант там, нет? Сделай что-нибудь, запиромань себе факел. Дышит с трудом. Если что. Куда ты идешь? Вон пещера есть, смотри. Давай запиромантим себе там квартирку.
чего, блин, ты же, блин, маг. Разведи огонь. Замерзнешь, околеешь, я тебя поднимать не буду. А смотри, идет что-то там. Это псина? А, это нехорошая псина. Задыхается и тяжело дышит. О, это пока будут пролагивания, да, пока всякие патчики не выйдут. Надо найти укрытие получше. До того, как замерзну. Так, двигаюсь. Здесь все понятно. Вот. Отлично. Ага, вот оно что. Все, уловил. Короче, смотрим. Ищем. По дороге не пройти. Надо попробовать, когда буря уляжется. А! Это враг! Ну-ка иди отсюда. Варк. Мать твою. А, я их бью, я их разрушаю. Все, понял. А что завис? Все, игра зависла. Нет, смотри-ка. Развисла. Ну, короче, пока что это, конечно, жесть полная. Пока что очевидно то, что здесь очень много пролагов. Типа... Отлично. Бабки собираем, ты чё? Вы все видели, да, это чё такое? Раз, два, три. Все. Ага, два, три. Отходим. Поори мне еще. Чё разорались? Раз, два. Я пока не умею ничего больше сделать. Просто херачу. А, я могу прыгать? Кто же знал-то? А кто учить меня будет, блин? Я вообще не могу, короче. Давай сюда. Этому вообще-то надо учить. Слышишь? Игра. Я как должен догадаться-то, что... А, все, опять повисло немножко, смотри. Ага. Дай пройду. Ёб твою мать. Чё за лаги? Какой второй игрок подключен? Нажмите, чтобы присоединиться. Музычка такая, да? На заднем фоне. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Да как так-то? Что с тобой происходит? Снаряжение, расходуемые. Так, давайте-ка... Аладдин? Да, отхиляемся. Так, ну уже кое-что уловил, ладно. Кое-что уловил. Коробки. Кое-что уловил. С этим поди как-нибудь разберемся. Это моя лошадь, кстати, была, скорее всего. Бабки, бабки в шапку, как говорится. Бабки лишними не будут. Но пока что я в диком хуеводе, конечно, от того, насколько здесь все прекрасно оптимизировано. Для начала я понимаю, что первый день релиза, и что, типа, глупо было ожидать чего-то вау от игры, которая Diablo, во-первых. Ну, типа, будем честны, в Diablo бывают пролаги, да? И ты это знаешь, и я это знаю. Опа, монетки. Опа, коробки. Вот, и как бы... Ну, это была какая-то трешанина, если честно.
И еще один заброшенный город. Невеск, уровень где 1. Повсюду. Где? Во тьме. Кто базарит? Клыки! Он меня укусил! Кто там тебя укусил? Аккуратнее! Он в выступлении. Давай залетим, чёрт. Как дела? Что у вас тут происходит? Вот. Что такое? А тебе какое дело? Тише, Освин. Прости нас, незнакомка. Сейчас у нас непростые. Да уж, я полагаю. Этот безумец просто ввалился в город и начал дебоширить. Демоны лезут из руин. Убьют нас всех. Всех убьют! Из руин? О чем это он? О, приятный голос. Идем, я все объясню. Да, сейчас пойдем, подожди. А как? Во. А коллекции, это все здорово. Общение, клан, магазин, игра, настройки. Звук, общую громкость. На 70. Музыку. На 70. Эффекты. На 70. Громкость. Оставим фоновые звуки. 75. Сохранить изменения. Все, закрываем. Пойдем, расскажешь. Осторожней, он кусается. Кто кусается? Ты что, дурной, что ли? И что, тут города надо будет восстанавливать? Эй, Вани. Оружие. Это поможет. Эй, что-то взял, что ли? Ты гонишь? Что я взял? Простой кинжал. А у меня... На героя. Ученический жезл. Отвали. Отменить. Продать. Все. Взаимодействовать. Посох. Сравнить. Урон 12-18 у меня. А этот 33-49. Жезл, посох. Сила предмета 1, сила предмета 10. Нифига, у меня почему-то поинтереснее. Ну ладно, пока оставим как есть. Пойдем поговорим. Там что, чувака зовут Дамир? А, нет, Девмир. Здесь слишком опасно. Ты защитить нас от того, что давай. Снаружи. Нам больше некуда идти. Могу. Если в тех руинах скрылось зло, я вытащу его на свет. Ляда, что правда? Ты говоришь? Вот спасибо. Слышишь, да? Слышишь, как она... Воу. Давай. Очки умений. Искра. Это что у меня базовое умение? А, совершенствование. Это 50 уровень. Это я пока еще никогда не могу открыть. Установить связь. Не, мне нужно что-то попроще. Грозовая плеть. Стрела огня, да? Стрела огня, хорошо. И чё, я теперь могу стрелу огня пускать? Что это за место? О, у нас тут просто маленький. Всё понятно. С огнем все хорошо. Если Девмир займет все место у огня... Целить. У меня есть целебные снадобья. Чего? Ты что-то говоришь? Окей. Все понятно. Мне войдите в руины ледяного воя. Сейчас войду обязательно. А, сейчас, погоди. Умение. Вот это вот стрела. Назначить умение. На треугольничек. А что, нельзя? Что за жесть? Что происходит? Тайга ледяного воя. Ага. Монетки пригодятся. Все знают, что монетки пригодятся. Правда ведь? Ага, тут заложен путь. Хрен туда нам, а не пройти. Невеск уровень 2, смотри. Пойдем сюда. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты!
ты? Сгорел? Гори. Ух ты. А что, у меня мана будет, нет, тратиться? Или это типа базовые, на которые... Так, стоп, твою мать. Умения персонажа базовые. Не требуют восстановления. Отлично. А вот это что у нас? Не базовые, которые требуют восстановления. Прекрасно. Пойдем дальше качаться. Сейчас расхерачим коробки. Холодный курган. Угу. Сейчас опять пролагает, смотри. Вот, все. Пролагало. Полярный медведь. Мишка косолапый. Эй, полярный медведь. Все, пошел нахер. Пошел нахер. Я тебя убил. Вот и все. И что, блядь? Медведь такие живучие, блять, я не понял нахуй. Все пригодится нам. Ага. Скелет. Скелет. Повязки бродяги. У меня, я полагаю, ничего нет, поэтому давай наденем. Блин, ну пока что, ладно. Я пока на первый, учитывая, что это первый день. Чё такое? Не-не-не. Не-не-не. Где там лучник? Помер, что ли? Помер, смотри-ка. Так, это, я полагаю, вход в башню. Ну, конечно. Ну, конечно, вход в башню. И мы туда сейчас с тобой обязательно зайдем. Как же иначе? Но сначала... Чё, тут есть чё, нет? Серьезно, нет ничего, просто колокол. Я не могу с вас, конечно, ребятишки. Варк... Всё, всё, Варк, забудь. Узло, что надо, прям. Да? И огромное количество взаимодействующих предметов, что слегка угнетает. Ну, пойдем, зайдем. Пойдем, зайдем. Руины ледяного воя. Взаимодействовать. Ну, друг мой, что скажешь? Чем выше уровень мира, тем больше опыта. Привет. Ледяной вой, я полагаю, это какой-то здоровый волк. Да? Кстати, ну, разрушаемость имеется. Да? Присутствует. Что за руины-то ледяного воя? Расскажите мне вообще, есть предыстория? Обыщите подземелье ледяного воя. Ищу. Я обыщу сейчас обязательно. И найду что-нибудь по-любому. Сундук. Ох, давай. Давай, давай, давай. Конечно, не торопись никуда. Ну, вот. Куда? Да вернись. Ритуальный череп. Да возьми. Возьми, сказал. Я не могу, вы чё? Ну-ка прекращайте это дело. Чё происходит? Где я? Почему ничего не получается? Карта. Чё, почему все пролагивает? Объяснитесь. Ты что такое? Остановись. Вот. Вот. Так, что взяли? Смотрим.
Ритуальный череп. Ага. Это ритуальный череп сосредоточия. Сила 22 на героя. У меня лучше. Да? Давай. Сила. У меня вот это берем. Все. Идем дальше. А можно чуть-чуть поменьше пролагов? Я не прошу чего-то сверхъестественного. Просто чуть тяжелые сапоги. Так. Реально, я не прошу совсем без лагов. Я говорю, чуть-чуть поменьше. Ой, ты, огомонитесь. Вот так. У меня полный запас здоровья. Поздравляем, вы третьего уровня. Давай что-нибудь с этим сделаем. Морозная стрела. Это что? Искра. Разряд молнии. А это что? Грозовая плеть. Нет. Разряд молнии противника. Морозный снаряд, наносящий 11. Не изучен. Усиленная стрела огня. Мерцающая стрела огня. Сияющая стрела огня. Давайте пока с огнем поиграем, чё? Интересно, что было бы за некроманта? Мне теперь это не даст покоя, отвечаю. Взаимодействует. Я дальше, чем выстреляю, поняли? Нет никто? Смотри-ка. И правда нет никто? Так, две двери. Обе откроют, мало ли. Ага. Падший, говорят. Чего тут до хера? Гори, сука. Гори, падла. Гори. Демоны, демоны. О, 8 золотых. Чё там, есть еще демоны? Блин, это было вон их как поджигать, да? А я что-то тупанул. Ну и ладно. Господи, подумаешь. Воу! Через дверь вот так вот у нас есть отработанная схема. Скелет капитан, ты бесполезный все равно. Что-то лучники еще остались. Все что ли? Кончились. Где? Ага, вижу. Скелет капитан. Завязывай. Отошли. Они, интересно, их уровень вместе с моим растет. А еще мне очень, конечно, это не то чтобы печалит, но немножечко напрягает ограничение на фласки. Мне нужно Чего? Приготовиться. Думаешь? Так, с этим закончили. О, грязный скелет Элип.
пошел в жопу. Че, идет там, нет? О, попал, смотри. Нифига, у него больше хп-шечек. Уровень 4. Это что? Хуже, хуже. Лучше. Сапоги и шкур, это еще лучше. Это еще лучше. И это еще лучше. Кайфы. Мы уже приоделись так с вами нормальненько. Уже вроде симпатичная девчонка. Пошел нафиг. Я пока тупо, ну, как вы понимаете, на одну кнопочку, да, херачу, и все у меня в порядке в этой жизни. Типа, еще непонятно. Вот я, что, R1. А, да. А, умение персонажа. Улучшенное умение. Это что у нас? Бросаете взрывающийся огненный шар, который носит 2, ага, испепеление. Да ну нафиг, пока подожди. Урон 4 единицы, урон от горения 16 единиц. А это что мне делает? Ага. Так, ну как будто бы огненный шар интереснее. Пиромантию, короче, пошли, как вы поняли. Да? Да, как будто бы да. Так, ну-ка, квадратик. О, это нормально было. Квадратик. Нифига они там разгораются, смотри, они прям сгорают. Прям сгорают. Кайф. Мне нравится. Ящики. Я здесь был, нет? Вроде нет. Может, и был? Да, был. Колодец исцеления. Все взяли. У меня и так полный запас здоровья. Ну чё там, следующий уровень или чё? Коридоры пороков ада. Слушай, ну на самом деле мне нравится все, что здесь происходит. Но давай-ка на этом мы с тобой закончим. Сюда! А? Видали, как могу? Вот так научился. Мне нужно приготовиться. Обязательно приготовимся. Вот, восстановили здоровье. И на этом мы с тобой заканчиваем. Прикольно. Давай посмотрим, что там будет дальше. В целом, пока мне очень-очень нравится. Возможно, это, конечно, игра для стримов, но у меня нет времени. Стримы надо днем или что-нибудь такое. Вечерние стримы — это сомнительная история. А вот позаписывать серии, типа, это прикольно. Все, короче. Люблю, целую. Однозначно в следующей серии. Давай, пока.